вопрос сразу. Скажите, пожалуйста, вас никто никогда не называл Андрей Бесстрашным? За что? 79-я минута, такой выход. Да, было просто принять решение, как бы. Так получилось. В целом, сегодня игра, как складывалась, сильно для вас не устали. Вы обычно любите поработать? Не, ну только концовочка что-то там было, да? Два момента, а так, в принципе, вообще, комментарии. Все без моментов было, сами не были. Тяжело было себя? То, что не только душновато было, а так нормально. Делаем все. Тяжело человек два разных тайма? Ну, конечно, разница. Выходим с первого тайма играть счет 0-0, да, после перерыва, да, мы точно. Поэтому, может быть, чуть, может, успокоились, да, как играли по счету, но старались как бы все равно не обращать внимание на то, что такой счет есть, надо было, и дальше будем все время и продолжать. Получилось, не получилось, сам сегодня. А в целом вообще Краснодар в какой-то момент оказал достойное сопротивление «Зениту»? Я не знаю. Мы выиграли, мы забили два, они ни одного не забили, да? Результат есть. А так, как по игре, это как бы оценивают специалисты, то есть, да? Ну, вывеска была громкая, встреча лидеров чемпионата. Она себя оправдала, на ваш взгляд, именно по зрелищности игры, по ее содержанию? Ну, пусть оценивают специалисты, болельщики, как им понравилось, не понравилось, как бы, ну, как футболист «Зенита» мне понравилось, потому что счет на табло, да, выиграли, поднялись еще выше по таблице, ну, как бы, оторвались еще дальше, поэтому я доволен. Как то есть тренер, кстати, по поводу болельщиков, обратили внимание, что ваши фанаты покинули стадион? Да, я обратил. А в чем причина? Ну, это по слухам, опять же, говорят, что конфликт с полицией был в знак протеста, а они покинули. Но это, опять же, по слухам, не точно. Тяжелее стало без них? Не, ну, как бы, конечно, я сразу так обратил внимание еще по ходу игры, как бы, неприятный инцидент, да, потому что первый тайм все кричали, они слышали все, да, что у нас поддержка хорошая была. Во втором тайме как-то так незатишье было. Вот. Но, я думаю, не решат эти проблемы. Спасибо.